что, ребятушки, включила вам напалки. Сейчас мы вам... Мы уже это снимали, этот подъем. Но с каждой неделей все больше и больше изменения. Да что такое-то? Фиговые. Вот, и поэтому... Это у меня титуло. Вот какой приятный, а? Короче, вот. Сейчас немножко. А questa non è quella. Metti altra, caspita, Madonna mia. Quella che voleva prima io, cioè, ma una roba incredibile. Cioè, ma perché sei mai a posto, cavolo? Cioè, per farmi arrabbiare, blin. Сейчас мы с ним поругались. Поругались насчет второй этой мировой войны, блин. Это вообще. Как они. У них вообще просто мозг забит вообще, ребятушки. Это просто невероятно, что я потом вам без него это. Это я уже вам 100 раз говорила, как мне помню, одна Лена у меня тут с Алтая все время мне говорит, эту тему лучше не трогай. Ну, блин, ну невозможно, когда они... Я считаю, что они про Вторую мировую войну вообще должны молчать, блин. Когда он там еще что-то рассуждает, что какие-то тут у них были против немцев какие-то бои, я вообще не могу это слушать просто. Ну... И он еще говорит, что у меня плохие познания в истории, ну, блин... Вот. Спасибо. Мети. Наши стены. Мети, блин, кады. Снег на... Просто на себе. Не видно снега на... Ну ладно, там сейчас все равно буду поснимаю чуть-чуть. Телефон падает. У него новый телефон, так боится. Так, сегодня перед тренировкой съела масло. Это надо. Иначе, чтобы не кружилась голова, никаких там это... Ну и потом мне очень холодно, честно говоря, я похудела. Раньше был жир. Я потела очень хорошо. Вот, конечно, и мне было тяжелее ходить. Но сейчас мне часто холодно. Наши треугольники. А, блин. Нету. Нету больше сигнала. Доехали. Ну, это Сакиман. А, это же. Пошли вот эти маски. Да? Ой, там и... Удаляла комменты, где мне писали, что я глупая женщина. И как вот они знают, что как люди все это укрепляют в горах, нет. Я говорю, что даже не буду обсуждать. Так же, как вот я не хотела с ним обсуждать, это вообще Вторую мировую войну, да? Просто люди, которые не видели моих видео, столько видео уже. Просто миллионы километров стен, где столько взяли людей. Камней, силы, заводы, которые бы это все пилили, это
чтобы это все, вот такие дороги делать в горах. Это, знаете, это просто... Знаете, в последнее время мне очень тяжело быть блогером. Очень, потому что... То есть, если даже так ты делаешь видео и тебя постоянно критикуют, то я не знаю, если бы я претендовала даже на какие-то деньги, то меня бы заклевали бы уже давным-давно, блин. Это нужно... Люди хотят быть только манипулируемыми, только так. Я говорю, что Баглаева там, который заливает им в уши, слушают как какого-то бога. Какого-то бога, блин. Что вот он спасет Россию. Вообще мир. Это вот наше место, откуда мы пойдем. Грубо. Вот там эту грубу покажу снова. В тот раз не показала. То есть все, что там вода была, теперь уже как бы все замерзло, да? Наверху. То есть снега нет, но это, ну, как остатки снега. Но да, в основном это вода, которая сходила откуда-то. Конечно, там же есть ледники какие-то несуществующие. Ну ладно, ребят, короче, 7 минут. А, хотела вам, кстати, в тот раз показать. Блин, мы... Хотела вам показать там у канала классные эти вещи. Но мы далеко от канала. Это... Где он? Где он? Куда он ушел? А, ma, noi iniziamo a salire da qui o sempre da come altra volta? Devo guardare le palline, non mi ricordo. Perché voglio. Ah, смотрите, вода есть. Смотрите. Хотела вам показать там кусок канала. Ну ладно, если что, засниму и потом поставлю как кусок присоединю. Ладно, все, ребятушки. Пока-пока.